Мы можем что-то немножко сократить, нет? Нет. Значит, стало хорошо сидеть. Хорошо, да. Вот второй день не сократить. Значит, еще один был подарок от фирмы «Мелодия». Вот смешно, да, сегодня там, наверное, кается какой-нибудь бывшему директору. Но это правда. Ну, где вообще можно было это все услышать? Скажем, певец, о котором я сейчас скажу, он пел в кабаке, извините, то есть он пел в гостинице «Европейской», куда простому зрителю, слушателю, едоку вход был запрещен. И он пел в знаменитом ресторане «Тройка», который, в общем, был для финских туристов и девушек легкого поведения. Негде было его услышать. А личность была совершенно легендарная. Валерий Агафонов, если вы когда-то слышали, это человек, который показал, что искусство исполнения романса не умерло, что и современные певцы могут исполнить этот романс так, что ребята просто, ну, все могут быть за, вот правда, честно. Он, это человек, который в буквальном смысле слова жил, потому что пел. Он родился с пороком сердца, ему давали несколько месяцев жизни, но мама его выходила, и он дожил до того момента, когда взял гитару, и дальше до 40 лет он пел. И у него были свои источники каких-то нот, каких-то с какими-то цыганскими певцами он дружил, в таборе ночевал. То, что он пел, мало кто знал. И вот оттуда... Одну вещь я вам сейчас спою с той пластинки. Хотя эта вещь очень трудная в исполнении, потому что, во-первых, она длинная. Во-вторых, она это мужской романс. То есть я его петь не имею права. Но, на мой взгляд, лирический герой этого романса, он настолько в своих чувствах искренен, настолько открыт, беззащитен. И сам романс, он такой необычный по строю, даже по ритмической своей структуре, что я вот рискнула вам его показать сейчас в водичке. Я старше вас, дитя мое, стыжусь своих я слез. Капризная, упрямая, о, как я вас люблю! Последняя весна моя, я об одном молю, уйдите! Уйдите, вы шепчете таинственно, мой юноша седой, вы у меня единственный, один лишь вы такой, и лаской околдованный я сам себя бужу, и осенью окованный. Сейчас я вам твержу, не лгите, не лгите, не лгите. Вы ласточка весенняя среди мраморных колонн, моя вы песнь последняя, в ней слышен скорби стон. По сердцу правлю тризну я, вам радость жизнь дарит. Зачем я вам, капризная, к вам юноша спешит? Летите, летите, летите. Вы светлая, с лучистою
на устах. Если правда чистая хранится в тех словах, отброшу все сомнения, прощу капризы я вам, и жизнь мою осеннюю, как ладанку отдам. Возьмите, возьмите, возьмите.